30 января в Ярославле пройдет итоговый региональный форум «Ярославский управдом». Этот проект создан правительством области по поручению губернатора Дмитрия Миронова. В первую очередь он направлен для информирования граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на взаимодействие с органами власти. Одно из направлений проекта – дистанционная школа ЖКХ, которая помогает жителям в работе над управлением домом. Один из выпускников этой школы уже смог применить полученные знания на практике. В доме номер 13 по улице Панина сейчас сдают в аренду часть стены на тех этаже провайдерам для размещения оборудования. В лифте выделили место для информационной доски. За счет полученных денег в подъезде уже установили видеонаблюдение, а еще приобрели для ТСЖ ноутбук и программное обеспечение. Этот проект помог мне расширить мою компетенцию в области управления многоквартирным домом. Конечно же, я узнала очень много нового. Ну, а для тех, кто только пойдет обучаться, я думаю, что он откроет большие горизонты. В рамках этого проекта мы обучили уже более 30 специалистов, которые к нам пришли, именно пожилых людей, инвалидов. И среди них 15, которые успешно закончили нашу школу, и 10 из них получили звание консультантов в сфере ЖКХ.